Шокирующая новость. В Алматинской области отчим убил 4-летнюю девочку за то, что ребенок обмочил колготки. Малышка умерла в коридоре больницы от кровоизлияния в мозг. Гестапо в детском учреждении. Родители детей одного из карагандинских дошкольных учреждений утверждают, что воспитатель избивала малышей. Что думает об этом сама педагог и ее непосредственные руководители? Шум перед днем тишины. Скандалы на последнем этапе предвыборной гонки. В Семее 37 человек покинули ряды партии ОСДП. А в Талдыкургане неизвестный оракул уже озвучил фамилии будущих депутатов. Писающие мальчики. Всемирную паутину взорвало видео, на котором американские морпехи справляли нужду прямо над трупы талибов. Официальный Пентагон начал свое расследование. Добрый вечер, вы смотрите Информбюро. О самых важных и интересных событиях этого дня в материалах наших корреспондентов. В студии Екатерина Купреева. Я Скармин Дебаев. И начнем выпуск с трагической новости. В Алматинской области 4-летнюю девочку убил отчим. Его привело в ярость то, что ребенок обмочил колготки. Малышку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными побоями. Она скончалась в коридоре медучреждения. Девочка сходила в штаны. Я разозлился. Она очень шумная была. Я ударил ее. Потом она ударилась об стол. Ей стало плохо. Она начала плакать. Я лично отвез ее в больницу, но она умерла. 4-летняя малышка с матерью и другими детьми переехала в село Матыбулак Алматинской области из Курдайского района минувшей осенью. Семья жила на зимовке у сожителя матери. По словам полицейских, мужчину раздражали чужие дети, особенно подвижная девочка. В итоге он забил ее до смерти. Ребенок скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. К слову, задержанный до этого дважды привлекался к уголовной ответственности. Данный гражданин с матерью покойного ребенка сожительствует в течение 3-4 месяцев. Он поясняет тем, что она шумела, ребенок был подвижный, не давал покоя, в связи с чем он ее ударил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 103, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Спартанское воспитание по-карагандински. В мини-центре при 83-й школе воспитатель избивала 4-летних детей. Об этом сегодня заявили родители. Не найдя понимания у директора школы, они намерены подать жалобы в городской отдел образования и прокуратуру. В скандале разбиралась Людмила Батюшкина. Нельзя было заставить пойти. Да, была одна девочка. Волоком вот так тащишь, и я не хочу. Родители пострадавших малышей в шоке. Раньше они думали, что их дети не хотят идти в сад из-за обид между ребятишками. Теперь уверены, что виноват воспитатель. О спартанских традициях воспитания им рассказали дети. Меня шлепают, да, она меня толкает, да, щипает, вот это все. Это как говорю, по поводу того, что тебе вот, мне тоже сказали, как их кормят. Засовывают ложку в рот. Было такое, я у своей дочери спрашиваю. Она подтверждает, да, это было. Вот мне Лизат Булатовна ложку в рот засовывает. Есть вот, когда заставляет, она мне толкает прямо туда в горло ложку. Я говорю, тебе больно? Да, я плачу. У моего ребенка она просто толкнула до такой степени и ударила резинкой по голове, что она просто, ну, кровь у нее пошла. Она расшибла до такой степени, что ребенок упал в туалете. Она выбила ребенку зуб. До такой степени ударила ребенка, что у него упал зуб. Как так может? Я не знаю, как такой человек вообще может работать с детьми. Нас не отпускает Лизат Булатовна во время тихого часа в туалет, и дети писают прямо в постель. Рассказали об этом дети не сразу. Они были запуганы, сделали вывод мамы. Они сразу же написали жалобу директору учреждения с требованием уволить сурового воспитателя. Но получили неожиданный отказ. Кроме того, в школе срочно ввели карантин, а воспитатель заболела. Мы будем работать по этому заявлению. В этот день Лизат Булатовна уже на работе не было. В присутствии методиста, они все это слышали, методист мини-центра присутствовала. После этого я создал комиссию. В настоящее время Лизат Булатовна находится на больничном, поэтому по закону мы не имеем права проводить без ее никаких действий против нее. По словам родителей, жестокого наставника уже не раз увольняли из детских учреждений, но она все отрицает. Я столько лет проработала без нареканий, без замечаний. И вот так вот ко мне отнестись, это я вообще в шоке. Я и так болею, хожу с давлением. Но это их право. Я не могу всем рот закрыть и сказать. Это родители, это их дети. Но с моей стороны никогда такого не было. Сейчас родители разделились на два фронта. Одни пишут заявление в городское отдел образования, другие, наоборот, встали на защиту детсадовского работника. Я считаю, что там случился просто личный конфликт между одной из родительниц и вот Лизат Булатовной. Она решила пойти на принцип
и настроила против некоторых мам. У меня к ней никаких претензий нет. Моя дочка ее очень любит. Были ли побои в детском саду, выяснит комиссия. Родители требуют, чтобы их тоже включили в состав. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганда. Пятница 13-я не обошлась и без трагической статистики на дорогах. 5 человек скончались в результате двойного ДТП, которое произошло на автодороге Актау-Жетыбай-Жаноузен в Мангыстауской области. Все они были члены одной семьи. Трагедия случилась в Каркиянской впадине. Местность давно славится высокой аварийностью. На протяжении вот этой всей дороги у нас установлены вот эти знаки гололед и влажное покрытие. Каждые 3-5 километров, например, с левой стороны дороги и с правой стороны. Но вместе с тем, говорю, вот этот водитель, это, ну, видать, и на момент столкновения его, это самое, шел такой моросящий дождь. Ну, говорю, в принципе, вот этот водитель, это чистая халатность. Как выяснилось, водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с КАМАЗом, после чего, потеряв управление, лоб в лоб врезался в другой грузовик МАЗ с цистерной для перевозки пропан-бутана. В результате ДТП также водитель «Жигули» и четверо его пассажиров скончались на месте. А в Усть-Каменогорске водитель автобуса городского маршрута совершил наезд на пожилого мужчину. ЧП произошло недалеко от автобусной остановки. Из-за сильной гололедицы водитель автобуса не успел затормозить. Водитель автобуса сбил мужчину около 60 лет европейской национальности. Он переходил улицу в неположенном месте. Это не единичные случаи. Здесь бывают люди, граждане наши, перебегают улицу не установленном месте. В канун выборов многие казахстанцы обнаружили лишних жильцов на своих квадратных метрах. Жительница Алматы, получив пригласительный из избиркома, узнала, что в ее квартире вот уже 15 лет прописаны незнакомые люди. А в Астане женщина, придя в ЦОМ, выяснила, что уже 4 года значится в списке мертвых. О чудесах прописки расскажет Жанна Архимжанова. Пригласительный на выборы Любовь Мазурова теперь хранит среди документов на жилье. Этот листок помог женщине обнаружить у себя в квартире нелегальных жильцов. Оказалось, что здесь незнакомцы прописаны уже 15 лет. Хотя, когда Любовь Авдеевна приобретала квартиру, сожители в документах не числились. Я обратилась к ВСК, говорю, вы там даете списки для избирательного участка? Они говорят, нет, они берут в ЦОНе. Я позвонила в этот избирательный участок. Она говорит, ладно, мы их вычеркнем, никаких проблем нет. Это вы не вы первые приходите. Но, говорит, если вы хотите убедиться, сходите в ЦОН. В Центре обслуживания населения у Любови Авдеевны потребовали документы на жилье и сразу же выписали нелегалов. Да, бывают случаи, когда граждане приходят и уточняется, что у них там зарегистрированы другие лица. Но при выяснении через базу данных уточняется, что данных граждан прописывали ранние правообладатели. Но на основании заявления нового правообладателя их выписывают. Для Любови Мазуровой это не первый случай. В прошлом году во время президентских выборов она также получила пригласительный, где кроме ее домочадцев числились еще несколько человек. Их женщина тоже выписала. Теперь намерена чаще проверять документы. За последние месяцы с подобными историями в ЦОНы по всей стране обратились десятки человек. Выяснилось, что кто-то из них уже не первый год делит свои квадратные метры с незнакомыми людьми, а кто-то вообще числится в списках умерших. Как возникают такие случаи, остается только догадываться. У чиновников на этот счет свое мнение. Или человеческий фактор, или сбой электронной системы. Жанна Рахимжанова, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал. Между тем, сегодня завершается последний этап предвыборной гонки. Ее участники, политические силы страны, максимально использовали и изрядно пошумели перед завтрашним днем тишины. Тон последних часов агитационной кампании задала партия «Нур-Отан» масштабным форумом своих сторонников в Астане. От фаворита предстоящих выборов не отставали и его политические конкуренты. Не замолкали сегодня и в главном избирательном органе. О том, как партийцы шумели, расскажут наши столичные корреспонденты. Сегодня в ЦИК своеобразный день открытых дверей. С утра главный избирательный орган страны буквально оккупировали различные миссии и делегации. Первыми пожаловали наблюдатели от ШОС. Предвещая вопросы, Куандык Тургункулов рапортует о готовности к выборам в Жаноузене. Местами даже дает личную оценку событиям и тому, что могло стать их предтечей. Будто выборы проходят только в отдельно взятом городе. А он не глава ЦИК, а как минимум руководитель спецкомиссии по расследованию причин ЧП. Погибли 17 человек, много людей было ранено.
И корни этого конфликта лежали прежде всего в экономической плоскости. Это взаимоотношения работодателя и работников тех или иных предприятий. Участников предвыборной гонки гости не навещают. Ни иностранные миссии, ни даже избиратели. В предвыборном штабе Акжола исключительно сами партийцы проводят последние заседания. В завершающий день агитационной кампании планы и прогнозы все те же, что и на старте предвыборной гонки. Лидер партии Азат Перуашев по-прежнему уверен, Акжол будет вторым. Ну а пальму первенства без боя отдает Нуротану. Я и сам вот езжу по регионам, видел, с какой теплотой и с какой поддержкой встречают, значит, наши делегации рядовые граждане и избиратели. Так что, ну, при этом надо отдавать должное, призываем, не призываем, но Нуротан идет на первом месте. Значит, наша задача сейчас вот отстоять те голоса, которые будут поданы за нашу партию. Ну а фаворит предвыборной гонки завершает кампанию грандиозным форумом, напоминающим не столько поддержку, сколько победу. Самая многочисленная партия, будто в оправдании своих рядов, собирает полный зал сторонников. На первых рядах массовки кандидаты, на сцене звезды эстрады и спорта. Главный месседж, который звучит отовсюду – партия победит. Я голосую за Нуротан! Вперед, Казахстан! Столь шумная кампания в последний день агитации вполне объяснима. Завтра день тишины. Всяческая реклама и пропаганда будут запрещены, даже в социальных сетях. Что называется, пошумели и хватит. Впрочем, полноценной нынешнюю агиткампанию не могут назвать ни организаторы выборов, ни сами ее участники. Нурзат Карим, Арман Букеев, Информбюро Астана. В борьбе за депутатские мандаты в ход идут компроматы. Накануне в одну из местных газет Алтай-Кургана поступил анонимный звонок. Неизвестный мужчина взял на себя роль оракула и сообщил имена и фамилии будущих депутатов городского маслихата. По его данным, список уже давно утвержден. По данным анонима, около 90% вновь избранных окажутся бывшими депутатами. В областной избирательной комиссии анонимные сведения тайного избирателя называют политической провокацией. Да не может быть, это глупость. Кто именно? А зачем тогда выбор проводить? Скажите, если сейчас уже готов. Ну вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Это люди спрашивают. Люди, значит, не понимают это. А вы на поводу им идете, наверное. В семье накануне выборов разразился скандал. Сразу 37 человек заявили о своем желании выйти из общенациональной социал-демократической партии. Они не выполняют свои обещания, поэтому я не верю этой партии и выхожу из нее. Все мои коллеги, работающие со мной, выходят из ОСДП. Наши ожидания не оправдались. Со слов партийцев, еще в начале декабря прошлого года они направили в адрес ОСДП в письмо, в котором выразили несогласие по поводу совместной работы во время выборов с Народным фронтом. Однако никакого ответа так и не дождались. По мнению уже бывших членов ОСДП, руководство партии совершенно не прислушивалось к их предложениям, а филиалы на местах практически не работали. И сегодня же руководители ОСДП прокомментировали нашим корреспондентам инцидент в Семее. Массовый выход семичан из партии «Социал-демократы» назвали очередной политической провокацией. В Алматы, напротив, ряды партийцев сегодня пополнились новыми сторонниками. Сразу более 50 алматинцев получили партийные билеты. Вообще, на последней встрече с избирателями лидеры ОСДП не стеснялись в эмоциях и выражениях. Они критиковали действующую власть, своих оппонентов и очень много обещали своим избирателям. Наш экономический потенциал нашей страны в состоянии решить любые проблемы в социальной сфере. Но они не решаются ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в миграционной политике, ни в вопросах государственного языка, ни в вопросах, касающихся элементарного поднятия села. Уважаемые избиратели, дорогие алматинцы, еще раз хочу вас призвать, что завтра выборы, и на выборы всем надо прийти голосовать.
Социал-демократы не сомневаются в своей победе. На всякий случай уже запросили у городских властей разрешение на проведение митинга протеста. Они заявили, что если их представители по итогам выборов не попадут в парламент, выйдут на площадь на окраине Алматы. Именно там Акимат выделил место для проведения санкционированной акции протеста. Выйдут ли социал-демократы на площадь, если попадут в парламент, осталось неизвестным. Они лишь пообещали своим избирателям в случае победы решить проблему безработицы. Сегодня свою итоговую акцию провели и активисты Коммунистической народной партии Казахстана за рекордные 5 минут. Массовый перформанс последнего дня «Красные» назвали красноречиво. «Наше сердце бьется с левой стороны». Цифра 200 для коммунистов сегодня стала символичной. Около 200 партийцев собрались в центре Алматы, чтобы красочно завершить свою агитационную кампанию. Для этого они растянули 200 метров алого полотна и попросили прохожих присоединиться к красному креативу и отдать свои голоса за последователей Ленина в обмен на счастливое будущее. Завершили партийцы предвыборную гонку раздачей календарей, газет и бантов, опять же красных. Мы хотим пройти в парламент и содействовать тому, чтобы повернуть социально-экономический курс страны в то русло, где Казахстан не будет подвергнут рискам, которые постигли Европу. Мы рассчитываем на хорошее доверие, на высокое доверие избирателей. А какова будет явка? Я думаю, что из 10 7 должны бы прийти на выборы эти. С не менее патриотичным лозунгом «Казахстан – моя родина, мы за него в ответе» завершили свою предвыборную гонку и лидеры Демократической партии «Адилет». Справедливо еще раз напомнили своим сторонникам партийную программу. Своим избирателям они обещают провести ряд социальных реформ, обеспечить независимость судов, запретить представителям крупного бизнеса занимать государственные должности и ограничить их влияние на политику. Демократию и справедливое общество – сделать только сам народ. Поэтому я бы очень хотел, чтобы избиратели не смотрели на все это со стороны, как сторонний наблюдатель. Мы сами, сам народ, должен быть участником этого пути. Немного запоздало, призывали голосовать сегодня и Деда Мороза со Снегурочкой. Так алматинская молодежь решила привлечь внимание общественности к парламентским выборам. Поддержать молодых патриотов собрались студенты городских вузов и колледжей. У нас в городе много молодежи. У всех есть свое мнение и право выбора, и голоса. Сегодня старый Новый год, поэтому бюллетени мы раздаем в праздничных костюмах и призываем студентов проголосовать 15 января. В образе новогодних персонажей «Снежный десант» начал шествие с центральных улиц города и продолжил в алматинском метрополитене. Всем прохожим они раздавали агитлистовки. Как оказалось, яркие костюмы привлекли большее количество горожан, чем планировалось. Несмотря на холодную погоду, избиратели сами подходили к агитаторам и даже фотографировались с ними. По словам студентов, предстоящие парламентские выборы должны быть не только серьезным мероприятием, но и креативным. Чем интереснее и неординарнее агиткампания, тем больше людей придут голосовать, считают они. И к зарубежным новостям. Скандал разгорается в военных кругах США. На днях в интернете появилось видео, на котором американские морские пехотинцы оскверняют трупы талибов в Афганистане. И вот сегодня в Пентагоне заявили, что уже установлены личности двоих из них. Когда именно была проведена эта видеосъемка, пока неизвестно. На ней четверо морских пехотинцев справляют нужду на тела мертвых талибов. По информации агентства Рейтер, это военнослужащие все еще числятся в составе 3-го батальона морской пехоты, который нес службу на юге Афганистана с марта по сентябрь 2011 года. Поведение военнослужащих вызвало негодование и осуждение как в исламском мире, так и в военных кругах США. Министр обороны Леон Панетта уже пообещал наказать по всей строгости увлеченных в надругательство морпехов. Шокирующий случай произошел и в Мексике. Двое врачей, перевозившие донорское сердце, уронили его на асфальт прямо на глазах у миллионов телезрителей. Доставка драгоценного груза транслировалась в прямом эфире местного телеканала. Сердце доставили вертолетом в больницу, где пациент уже был подготовлен к проведению сложной операции. Медики так торопились, что в результате неловкого движения контейнер открылся и пакет с сердцем выпал на землю. Курьеры не растерялись, подобрали донорский орган и положили его на место. Инцидент мог закончиться плачевно, если бы сердце не было завернуто в специальную пленку. В результате операция по пересадке все равно прошла успешно.
смотрите «Информбюро», продолжаем выпуск. Игроки футбольного клуба «Кайрат» ходят с протянутой рукой. Долг по зарплате перед спортсменами тянется с 2008 года и составляет 131 миллион тенге. Футболисты и их представители уже 3 года пытаются в судебном порядке вернуть заработанные деньги, но пока безрезультатно. Наш корреспондент Татьяна Тирюкалова продолжит тему. Из футболистов – юристы. Сегодня футболисты легендарного «Кайрата» вместо того, чтобы гонять мяч по полю или тренировать детей, изучают документы судебных заседаний. Их представители обивают пороги судов в течение 3 лет. 15 игрокам не выплатили зарплату за 2008 год. Ну, знаете, мы не получали деньги на протяжении этого всего года. Нам подбрасывали авансы всевозможные, но конкретно мы какой-то определенной зарплаты мы не видели. Нам обещали, что в конце года нас обязательно рассчитают, что не может быть так, что футболист не рассчитанный. По словам юристов, задолженность образовалась из-за махинации экс-руководителей клуба и сотрудников Акимата Алматы. Правозащитники обращались за помощью в департамент финансовой полиции, прокуратуру и администрацию президента. Но сумма задолженности остается прежней. Эта задолженность составляет на сегодняшний момент в районе 130 миллионов тенге. Значит, в чем трудность сложившейся ситуации? В том, что напрямую сейчас обратиться футболисты в данной ситуации не могут, потому что не находятся на сборах, собраться вот так вот одновременно. Ну и у отдельных, в общем-то, есть определенные опасения, что у них будут трудности с последующей работой, так как они уже подписали договора. В департаменте физической культуры и спорта при Акимате Алматы объясняют ситуацию тем, что некая АО, обещавшая спонсировать клуб 3 года назад, не выполнила обязательств. Вместо 180 миллионов тенге предприниматели вложили только около 20. Эти деньги ушли на приобретение инвентаря, техники, а до зарплаты игрокам они так и не дошли. Сейчас предприятие признано банкротом и взыскать с него нечего. Почему Аким Алматы отчитался о выплаченных игрокам зарплатах, его подчиненные объяснили. Президента никто не обманывал, и Аким сказал правду. Вот смотрите, ГКП «Кайрат», который выступал соучредителем, оно имеет право оплачивать заработную плату тем же футболистам, но в пределах действующего законодательства. То есть не по тем ставкам, которые вот реально там, по 5-6 тысяч долларов, а есть такое постановление правительства, которое регламентирует заработную плату сотрудников, не являющихся государственными служащими. Они относятся к гражданским служащим. Там в пределах 35-40 тысяч. Эту заработную плату, которую ГКП «Кайрат» должна была выплатить, мы выплачивали. То есть с этим проблем претензий нет. Основные претензии у нас к этому второму учредителю, который вообще пропал. Финансовый скандал не единственный в футбольном клубе «Кайрат». В минувшем сезоне команду исключили из состава участников премьер-лиги по спортивному принципу. Возвращение произошло только после специального письма Федерации футбола Казахстана. Вернуть легендарному «Кайрату» былую славу планируют с помощью нового спонсора команды. В нынешнем сезоне спонсором команды выступит дочернее предприятие российского «Газпрома» КАЗ «Росгаз». Возглавил команду один из опытнейших казахстанских футбольных тренеров Дмитрий Агай. Но вот решатся ли денежные проблемы футболистов прежнего состава 2008 года, пока никто точно сказать не может. Татьяна Тирюкалова, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал. К другим новостям. В Кокшетау готовят собак-штурмовиков. Специально обученные четвероногие друзья теперь еще и борются с террористами и освобождают заложников. Для подготовки суперпсов в области разработана даже специальная программа «Штурмовик». Обучает пока всего 2 собак – немецкую овчарку со звучной кличкой «Буран» и бельгийскую «Шакиру». Эти псы прежде всего ориентированы на обезвреживание и захват вооруженных преступников. Кинологи говорят, в них нет страха. Хвостатые борцы с преступностью уже показывают неплохие результаты. Только за прошлый год благодаря четвероногим сыщикам было раскрыто более 200 различных преступлений. Мы выработали у собаки ярко выраженную агрессию на оружие. Выработали у собаки установку на раздражители, то есть на выстрелы, на взрыв пакеты, на пожар, на сирены. Собака на это не реагирует. Собака понимает, где опасность, а где нужно спасать человека. На этом пятница 13-я, по крайней мере для нас с тобой, Оскар, заканчивается. Но оставим суеверие, тем более сегодня большинство людей встречают Новый год по старому стилю. Исторический феномен, ведь только мы можем встречать Новый год дважды. Ну это разве плохо? Это здорово. На этом мы благодарим вас за внимание, желаем вам приятного вечера. На этом наш выпуск завершен. До встречи.